Белореченец Виктор Гец завоевал золото Европейского чемпионата по тяжелой атлетике среди молодежи. Соревнования прошли в Израиле. Виктор представлял Россию в весовой категории до 77 килограммов. Первое упражнение – рывок. Заказав на первый подход 145 килограммов, наш штангист без труда взял вес, спокойно наращивая преимущество. Вторая попытка – 150 килограммов, третья – 152. В толчке штанга снова покорилась нашему спортсмену, толкнув в первом подходе 180 килограммов. В итоге Виктор Гец в сумме двоеборья взял 338 килограммов, завоевав две малых и большую золотые медали.